Шуля, ты беременная? Почему нельзя фотографировать? Что он показал? Проблемы какие-то начнутся. Или, мол, меньше людей ездить будут, потому что фото видели. Приехать. Не знаю, какая логика. Зайди, закрой дверь.
Артём. 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 Мы не знаем, как это. Да, вы зашли, вас никто не встретил. Там, да? Да. Но вы находитесь в монастыре 16 века, храм 16 века, стенная роспись тоже 16 века. Если вы христиане, наверное, знаете, что сейчас страстная неделя, особенная неделя страстей Господа Иисуса Христа. Не готовимся к Пасхе. Я протестант, у меня Пасха. Вы протестант. Сегодня как раз и вчера. А, спасибо. Да. Ну, это не важно. Да. Ну, мне интересует все равно. Через неделю. У нас сегодня понедельник, воскресенье, будет воскрешение. А в пятницу у вас тоже что-то? В пятницу это, значит, Великая Пятница, когда Господь был страстен, был распят. Мы совершенно случайно ехали мимо, я увидел. Заходили за этим. Ну вот у нас две главные. Вообще храм построен на имя Рождества Божьей Матери. Две большие святыни, которые у нас есть. Это древняя икона Хохольской Божьей Матери. Ну, та икона, которая, значит, была привезена в свое время из Западной Грузии, Восточной, был построен на имя вот этой иконы как раз наш монастырь. Икона находится в золотом фонде, но Честной крест Господен, апостолы Петр и Павел, великомученик Георгий и другие святые. После падения Византии Грузия осталась единственной христианская страна между большими мусульманскими львами. Интересно, что так получилось. Да. Да, это очень необычно. Господь сохранил. Выдержали с Божьей помощью. Без Господа и ничего не выдержишь. И самого себя не выдержишь. Вот. А с Господом все можно выдержать. Ну, просто это очень интересное такое, что оно так небольшое. Когда Византия существовала, она все-таки была. Хотя у нас есть византийцы были войны. Не так, чтобы... Это была самая большая христианская империя. После падения Византии, когда Турция... Значит, Османская империя появилась на территории всей Византийской империи. Конечно, для Турции, значит, более надежными грузины были бы, если бы они были мусульманами. Но есть ли у нас часть, которая после больших пыток, можно сказать, мучений, определенная часть приняла мусульманство, есть у нас такая, Аджария, например, это Грузия, но она определенная часть Аджарии. А есть целый ряд территорий, которые просто сейчас находятся на территории нынешней Турции. Это очень большие территории Грузии, где находятся 9-10 века монастыри наши, все еще стоят храмы. Вот смотрите, мы вчера заезжали тоже в один монастырь, и там я увидел, что у монашки, у них были как такие, как четки, да? Но я видел это раньше только у мусульман. Нет, у них не четки, у них иначе называется это. Но у нас, кстати, у них тоже это... Риалусани, вот как они называют это, да, мусульмане. Это, если перевести с греческого, немножко просто испорчено, так сказать, выговаривают, но это на значит, с греческого, если перевести, это Господи помилуй.
Господи, помилуй. И это четки, которые, значит, есть такое предание в нашей церкви православной, что афонским монахам научила, как плести четки Божией Матери. И мы, у нас есть определенный канон молитвенный, который мы считаем по четкам. Да, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Как называются четки у вас? Четки. Ну, по-грузински не четки. По-грузински скунили. Ну ничего, да, все равно интересно. Ну, скунили — это интересное слово, как завязывается, да, в клубок, завязывается крестами. Крестами, и практически невозможно это потом распороть. Обратно, в обратную сторону. Да. Интересно. А вот смотрите, тут ничего нет, например, да, поблизости. Ну, сейчас понятно, люди приедут на машине. А вот раньше как добраться до такого места? Когда машины не было. Бывает, и монастыри очень далеко стоят. Кстати, вот наш монастырь был на исторической такой дороге. Значит, ну, пути. Здесь все время было такое движение, да, вот эта и торговая дорога была. Потом строил монастырь царица, супруга царя Ливана грузинского, поэтому тут таких... Как добраться, таких проблем, наверное, не было. Но потом, если верующий человек, добирались и на, значит, и на колесах добирались. В смысле, не на машинах, на механических, да, на поводках и так далее. Еще подскажите, ну, вот сейчас много проездили и поднимались на церкви, соборы, которые так высоко в горах, знаете, просто на вершине. Почему вот раньше это ж такое так трудно было туда что-то? Вы знаете, ни один храм не строился так, чтобы вот человек посмотрел на какую-то местность и захотел там строить. Вот как строился наш монастырь. Очень интересная история, да? Вот икона Хохольская, может быть, Хохоль — это местность, знаете, которая сейчас на территории на территории Турции находится, поэтому икона имеет вот это имя Хохольская Божия Матерь, да? А, значит, эту икону царица Тинатрин, основательница нашего монастыря, она везла из Западной Грузии, когда она стала, значит, супругой царя Ливана, она везла эту икону в предание ей. Отец дал эту святыню, и она везла из Западной Грузии в Восточную Грузию. Здесь, на этом месте, они остановились переночевать. А на следующий день вы видите, что икона, она небольшая, да? Тем более, что тогда она вообще не была обречена в золотой резе, да? Поэтому, значит, на следующий день, когда они не смогли сдвинуть с места икону, тогда царица поняла, что, значит, есть такое знамение Божие, да? И она перед ней дала обет, что на ее имя здесь построят монастырь. Это одно предание, которое, значит, мы знаем, и это есть в исторических документах, да? А второе – это то, что сама царица, значит, пересказала, что она в отрочестве, еще в малом таком возрасте, видела сон, где она увидела местность красивую. Она, в этой местности цвел белый кизил, и увидела монаха во сне, который ей сказал, что ты на этом месте должна построить церковь Божией Матери. И когда она, первое знамение было то, что она, значит, не смогла сдвинуть с места икону, а второе то, что она узнала местность, где цвел белый кизил. И, значит, вот эти два совпадения для какого-то человека, для нее промысел Божий, вот она уверовала, что это как раз то место, которое она и во сне видела, и Божия Матерь дала знак, что здесь надо построить. Вот такое же великое знамение было на месте, где построен Джвари, да, монастырь Креста VI века над Цхетвой, если вы знаете, это один из древнейших монастырей, да, вот, тоже там было. Видел после крещения Грузии, весь народ видел, как ангелы поднимались с земли до неба и спускались обратно, и одилось все. Вся территория огромная, и ангельское пение слышали. То есть все эти места, где вот час для нас очень далекие, там были
показывал, что на этом месте надо строить. И веру и строили. И Господь помогал, потому что было указание Божие. А когда Советский Союз был, вот здесь, наверное, ничего не было. Да, значит, во время Советского Союза в 1926 году здесь закрыли монастырь и выгнали монахов, которые прожили тут всю жизнь. Наш последний настоятель, отец Николай, которого мы перезахоронили как раз, вот, когда зашли с правой стороны, два креста, они вот такой изгнанные из нашего монастыря монахи, да, отец Иосиф и отец Николай. Они в 1927 году, если вы знаете, в советское время до комсомола существовал такой союз молодежи, да, назывался он «Союз воинствующих безбожников». Вот. Они вот открыли для союза воинствующих безбожников, они здесь открыли дом отдыха. И как раз наш последний настоятель, который был сам князем, очень одаренным, очень просвещенным человеком, он есть это в нашем архиве, есть такое письмо, он обращается к большевистской власти и пишет так, что я, говорит, понимаю, что вы хотите что-то хорошее сделать для общества. Мы вас, монахи, просим, оставьте нас как уборщиков. Вот есть такое смиренное такое письмо, чтобы не оставить монастырь. Но они не согласились, и поэтому в 1927 году они открыли здесь дом отдыха. Потом в следующие уже во время Второй мировой войны, в 40-е годы, здесь открыли приют беспризорных детей. Это было, ну, значит, военные годы и до школьного возраста. Потом в последующие годы тут и какой-то, ну, вокруг где-то был и цех, там соки делали, ну, в общем, разные были заведения. А в 80-х годах тут хотели сделать тоже советскую турбазу. Вот. Но это уже не довелось им сделать, потому что в 89-90-х годах уже вернули церкви. Ну, вернули очень в тяжелом состоянии. А что они с этим? Куда они это? В подвалы куда-то убрали? Что, уничтожили? Иконы? Да. Иконы? Вроде. Это все было уничтожено. То есть то, что они считали ценными, как искусственные, как... Это получается копия, как, да? Как образы искусства, то они перенесли в разные музеи, в Тбилиси и в Тель-Авиве тоже. А то, что для них не представляло никакой ценности, они уничтожили. Мы сюда пришли в абсолютно разоренное место. Мерзость опустошения была здесь. В прошлом году восстановили храм. Закончили восстановление. Да. Один, да? Он человек, который не верит. Вот. А воинствующий безбожник — это человек, который сам не верит и не соблюдает заповеди Божии, и других заставляет. Угу. То есть это насильственные люди, которые насилием занимаются. Да? Одно дело, что ты не веришь и живешь там в своем горе, так сказать. Дело, да? Да. А другое дело, когда ты еще с другими будешь. Интересно, да?
Thank you.